7 месяцев без 10 дней были в полной оккупации наше село. И спасибо вам, со вчерашнего дня мы почувствовали запах свободы. Спасибо героям, которые освободили нас. Спасибо вам, что вы ничьи дня жизни оставляете, освобождаете нашу Украину. Здрасте. А ты их козли выгнал? Ну да, что не видно. И ты обнимайся, он же ж таки ждал. Главное, чтобы до молодой не дошло. Давай, держись там. Дякую, дякую.